Я прочитаю стихотворение Лиры Ланской. Называется «Залитый сон». Говорят, в царстве гномов есть чудо-творец. Весь он золото сидит, с парфира. Там рубиновый трон и алмазный венец ждут царицы по всем мирам. Есть на дне океана коралловый гроб. Там блестят жемчуга, дорогие. И служили бы усердно владычицы вод славные рыбки морские. Но в подземные недры не манит меня обещание заманчивой сказки. Я люблю, когда солнце мне душу живит, когда ярко мне косы оно золотит, рассылая горячие ласки. И хрустальная глубь не помещает мой взор, не сулит мне желанной свободы, мне белее лазурного неба жить, и лугов, и полей без бесстрастный шатер. Красота распределения природы. Нет, царить я бы хотела в мире тени, в мире грез и чудес наслаждений. Чтобы сны покорялись и бури могли, чтобы покорны не были тени. Я послала бы детям веселые сны, чтоб смеялись они, засыпая, и приснились бы птичкам зоры сны, наслаждение цветущего мая. А сама я надела серебристый покров из тумана и лунного света, полетела бы на землю. Царицею снов, чтоб припасть с голодным поэтом. Он проснется, он вспомнит о радужных снах, он забудет заботы земные и в каких вдохновенных кончиках.